На телеканале «Луганск новости». Здравствуйте, в студии Виктория Дрягина. В начале коротко о главном в этом выпуске. Поиски закончились. В Нефтеюганске обнаружили тела без вести пропавших в 2016 году Алексея Бойко и Людмилы Варакиной. Прошлое родного края. Сегодня на уроке истории в 10-й школе разбирали вопросы анкеты викторины «Города Югры». Ориентир на качество глава Нефтеюганска проверил отремонтированные дороги. Более 2 лет масштабных поисков. В одном из водоемов пригорода Нефтеюганска найден Subaru Impreza, принадлежащий без вести пропавшему Алексею Бойко. Напомним, летом 2016 года на своем автомобиле он вместе с Людмилой Варакиной выехал из города. С тех пор их никто не видел. В последний раз пропавшие мужчина и женщина были замечены по уличной системе видеонаблюдения ночью 6 июля 2016 года в 10-м микрорайоне. Отслеживая камеры, оперативники видели. Около 3 часов автомобиль «Субару» проехал Сингапайский перекресток. После его никто и нигде не видел. Были организованы поисковые мероприятия, в том числе с представителями общественности, с участием представителей органов внутренних дел, как непосредственно города Нефтеюганска, Нефтеюганского района. Пропавших пытались найти не только оперативники, но и неравнодушные горожане. Прочесывали дачные кооперативы, леса и карьеры, ныряли в водоемы, местность просматривали и с помощью вертолета. Позже к работе подключились криминалисты из Екатеринбурга. В итоге совместной работы специалисты пришли к версии. Автомобиль находится в одном из ближайших к городу водоемов. С помощью спецтехники автомобиль наконец удалось обнаружить в протоке Челскинская. Доставала его водолазная служба Нижневартовска. Спустя 2 года выяснилось, что автомобиль стоял вот на этом месте, на берегу протоки Челскинской. Почему автомобиль оказался на 7-метровой глубине в 4 метрах от берега, еще предстоит выяснить. По словам следователей, автоматическая коробка передач Subaru находилась в режиме парковки, но без использования ручного тормоза. Расследование продолжается. Сейчас «Субару» стоит на одной из штрафстоянок. В скором времени его передадут специалистам для автотехнической экспертизы. Личности людей из машины и причины их смерти официально еще не установлены. По результатам проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам проведения генетической экспертизы, дополнительного там, комплекса следственных процессуальных действий, повторного осмотра автомобиля и так далее, и тому подобное, там, в том числе, возможно, там на предметах одежды есть какие-то повреждения. То есть это все будет исследовано, проверено, и уже по результатам это будет принято определенное решение, соответствующее решение. Дарья Прокопович, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня во всех школах города в рамках недели исторических знаний прошли уроки, из которых изучали прошлое родного края. И в частности разбирали вопросы анкеты викторины «Города Югры». Вместе со старшеклассниками 10-й школы воспользовалась случаем и наша съемочная группа. Проект «Неделя исторических знаний» посвящен 900-летию Югры. Открытые уроки проходят во всех школах округа. Формы самые разные. Встречи с историками и первопроходцами, познавательные игры и лекции. Урок проходит в активном общении. Я как учитель рассказываю о каких-то фактах, учащиеся задают вопросы, подключаются к изучению летописи, и учащиеся активно ищут какие-то выдержки из этой летописи, очень им интересно это, пытаются найти еще какие-то интересные факты. Ребята признаются, этот урок по истории родного края сейчас как никогда актуален. Информация ценная. В округе проходит викторина «Города Югры». Виталия Денискина анкету уже скачала. Осталось ее заполнить. Говорит, на днях будет самостоятельно искать ответы на вопросы. Мне интересно именно, что найти это где-то в библиотеке информацию об этом. Не вот в интернете готовые, а самой все найти, самой ответить. Ну, родители отнесут. А вот Максим Куликов, наоборот, решил доверить заполнение своей анкеты родителям. Но после предложения ознакомиться с вопросами и попробовать ответить самому, понял – все не так сложно. Руководитель нефтеюганского предприятия, ставший впоследствии министром нефтяной промышленности СССР. Чирилов Лев Дмитриевич. Молодец. Напомним, скачать анкету можно на сайте «Открытый регион Югра». Участвовать могут даже дети от 6 лет. 9 сентября заполненный бланк необходимо отнести в пункт приема. Для удобства горожан они будут расположены вблизи избирательных участков. А уже 15 сентября среди участников, которые правильно ответят на вопросы, будут разыграны ценные призы. Автомобили, снегоходы, скутеры, смартфоны, а также бытовая техника.
Мария Сираева, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». 9 сентября нефтеюганцев призывают прийти на избирательные участки. В единый день голосования в городе будет работать 51 избирательный участок. Адреса участников вы видите на экране. Уточнить, по какому из них закреплен ваш жилой дом, можно на сайте ЦИК России. Сделать это можно также по телефонам местной горячей линии. Напомним, 9 сентября нефтеюганцы будут участвовать в выборах губернатора Тюменской области. Кроме того, на 24-м избирательном округе пройдут до выбора депутата городской думы 6-го созыва. Участки начнут свою работу в 8 утра и закроются в 20:00. Не забудьте взять с собой паспорт. В целом расположение нефтеюганских избирательных участков осталось прежним. Изменился лишь адрес 251-го. Теперь жители мостотряда 17-го и части 15-го микрорайонов будут голосовать в здании крытого катка. Сотрудничество, совместный труд. За 14 лет действия программы сделано многое, а перспектив еще больше. На первый план выходит транспортная инфраструктура. Строительство трасс, мостов, развязок. Качественные дороги там, где раньше были лишь болота, упростят жизнь югорчанам. Люди уже оценили изменения. Они начали меняться еще в 2005 году. Ну и за последние, наверное, года 4-5. Вот они вообще стали хорошие. Сейчас полным ходом идет строительство важнейшей транспортной артерии. Трасса Сургут-Салехард свяжет три региона. В Ханты-Мансийском округе в 2018 году по программе сотрудничества на ремонт дорог предусмотрено около 3 миллиардов рублей. Приоритет – безопасность движения. Сама по себе программа сотрудничества настолько гибкий инструмент, что она не является барьером, а напротив, повышает эффективность использования этого ресурса для достижения тех целей, которые ставят перед собой жители каждого из трех регионов, участников этой программы. Экономическая кооперация субъектов – еще одно стратегически важное направление. Тюменские предприятия поставляют свою продукцию в Югру. И ежегодно эти связи только крепнут. Сегодня у нас работают 60 заводов, производящих самое современное оборудование для нефтяной и газовой промышленности. Добывающие предприятия Югры закупают в Тюменской области и трубы, и кабели, и погружные насосы, и многое другое для нужд нефтесервиса и других предприятий нефтегазового сектора. Наука и образование – вот истинный двигатель прогресса. Молодые люди из Югры учатся в вузах Тюмени. Квалифицированными специалистами они возвращаются на родину и трудятся для развития округа. Ждут ли вас дома как специалиста? Да, ждут. На самом деле ждут. На севере очень нуждаются вообще в специалистах любого профиля, от первичного звена до узких специалистов. Поэтому да, ждут. Югра богата нефтью, а юг Тюменской области – сельхозугодьями. Северные ярмарки с участием тюменских производителей уже стали доброй традицией. Продукцию отправляют десятками тонн. И объемы заявок растут с каждым годом. Мы сейчас планируем найти оптовика, чтобы наша продукция, наши пельмени, вареники, манты, хинкали были тоже представлены и в севере. Вот будем уже переговоры на назначенные встречи, будем вылетать в Сургут и переговоры проводить. В будущем в городах Югры появится торговое представительство многих сельхозпроизводителей Юга и, возможно, крупный логистический центр. Благодаря сотрудничеству каждый год в округе появляются новые социальные объекты – школы, детские сады, больницы. Ведь главное – это благополучие населения. Сотрудничество в сфере здравоохранения, в сфере поддержки социально защищенных категорий, создание комфортных условий для переезда северян старшего возраста на юг, в сфере поддержки отдыха детей в комфортных современных пригородных лагерях на юге Тюменской области и много разных других вопросов, которые актуальны сегодня для жителей северных округов и для жителей Тюменской области. Договор о сотрудничестве продлен до 2025 года, и значит это только одно. Мы будем и впредь реализовывать проекты в интересах жителей всех трех регионов. Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев сегодня лично проверил качество дорог, отремонтированных за летний период. Напомним, всего на этот год запланировано обновить более 6 километров проезжей части. Участки по Нефтяников, Узбалыкской, Парковой, Сургутской и еще 4 улицам города запланировал с начала года отремонтировать муниципалитет. Проверить качество уже сделанного выехал сегодня глава города вместе со специалистами департамента ЖКХ. На сегодняшний день 6 участков уже на итоговой стадии завершения. Один участок, работы ведутся,
после чего будет следующий участок под ремонт. Улица Гагарина была отремонтирована полностью. Раньше прямо на проезжей части находились ливневые колодцы. Сейчас они закатаны асфальтом. Вместо них появятся специальные решетки по ГОСТу. Водителям мешать уже не будут. Кстати, в это время коммунальщики проводят обследование всей ливневой канализации города. Когда проводилась проверка, вода туда не уходила. Их пробивать, они все запесочены, заилены. И поэтому сейчас вот и принято главой решение кардинально, а именно непосредственно провести ревизию всей ливневой канализации города Нефтеюганска. Чтобы окончательно сдать данные объекты, необходимо завершить разметку дороги, сделать бордюрный камень и заасфальтировать участки перед остановочными комплексами. В целом качество асфальтирования очень хорошее. Мы впервые в этом году не делали в большом объеме ямочного ремонта, а постарались именно уйти в ремонт полностью дорожного покрытия, потому что это и более эффективно, и более, так скажем, удобно для наших жителей. Как заявляют коммунальщики, все запланированные на этот сезон дорожные работы подрядчики должны будут завершить к концу сентября. К этому же сроку они обязаны устранить выявленные сегодня недочеты. Виктория Дрягина, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск». В Югре близится к концу сезон благоустройства. В этом году на эту программу из бюджетов разных уровней выделено 400 миллионов рублей. В ХМАУ в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды запланировано благоустроить 86 дворовых и 43 общественных территорий. Часть из них будет использовать изделия тюменских предприятий. Бетонная брусчатка удар не выдержала, а полимер-песчаная плитка цела. Такая прослужит более 50 лет. Для производства используют необычный состав – песка, полимера и красителя. Смесь заливают в плавильную печь, где поэтапно нагревает до 260 градусов. Под прессом она принимает любую форму – плитки, брусчатки, колпака для забора. Вот именно наш материал к северным условиям еще лучше ведет себя, чем в южных регионах. Материалом благодаря этой твердой, такой суровой нашей погоде, становится более крепче и абсолютно не подвержен никаким воздействиям. Эти преимущества уже оценили в Югре. Тротуарную плитку можно встретить на территории Сургутского ЗАГСа. Объемы заказов пока небольшие. Всего в округ компания поставила 650 тонн полимер-песчаных изделий. Но как только заработает новая линия по выпуску высокой брусчатки, фирма готова увеличить объемы производства. Благоустройству в Югре уделяют пристальное внимание. Во время рабочей поездки в Нягань в этом убедился и Александр Мор. Я полагаю, что целенаправленная политика городских и региональных властей по созданию городской комфортной среды не только в городе Нягань, в других югорских городах сегодня дает свои результаты. Добрые, позитивные, открытые лица горожан, которые с удовольствием пользуются городской инфраструктурой. И могу сказать, что по-хорошему где-то завидую. Даже есть некоторые решения, которые мы могли бы применять при благоустройстве городов на юге Тюменской области. С этого года в Югре реализуют федеральный проект формирования комфортной городской среды. За 5 лет в порядок приведут почти 1000 дворов и более 600 общественных мест. Все инструменты, ресурсы, которыми мы располагаем для управления, они будут задействованы для того, чтобы обеспечить высокие скорости, высокие планки и наполнить их конкретным содержанием, прежде всего, и для того, чтобы человеку было радостно, тепло жить. Причем формируют комфортную среду именно жители, выбирая первоочередные объекты благоустройства. Молодые и активные. Сегодня в администрации награждали героев доски почета молодежи города Нефтеюганска. Высокой чести удостоились 20 самых лучших в спорте, культуре, учебе и общественной деятельности. Призеры конкурсов, победители соревнований, просто неравнодушные молодые горожане. Спасибо за активную позицию, сказали героям доски почета власти Нефтеюганска. Вы, молодые люди, будущее нашего города. Не только города, но и Югры, и нашей страны. Кто-то из вас сейчас только выбирает профессию, кто-то учится, кто-то уже трудится на благо Нефтеюганска. Но вместе все вы все равно начинаете строить свою жизнь, судьбу, которые неотделимо связаны и с нашим муниципалитетом, и с регионом. Пожелаю вам всем вот это, держать вот такой вот, взятую вот эту планку в своей жизни, постоянно ее повышать, чтобы у вас все всегда получалось, все намеченное, все задуманное.
Лучшие в спорте, культуре, искусстве и общественной деятельности. Всего за награды вышло 20 девушек и молодых людей. Среди награжденных Анастасия Кострова. Ее сообщество «Не сижу в декрете» помогает мамам и малышам в самых разных ситуациях. Недавно выиграли федеральный грант. По факту я просто занималась тем, что мне приносит удовольствие. И оказалось так, что это принесло пользу тем, для кого я стараюсь. Студенты и рабочие, спортсмены и музыканты отмечать свою золотую молодежь – важная традиция Нефтеюганска. Впервые портреты лучших появились в центре города в 2008 году. Наталья Платонова, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.